сегодня вам удалось стать свидетелями, а мне непосредственным участником, так скажем, натурных тестов на вместимость Бирельсова Юниверса. Мы отработали, во-первых, максимальную вместимость, это 24 человека, проверили натурно, определили, что при данной загрузке в салоне достаточно комфортно, причем гораздо комфортнее, чем часы в пик в наших троллейбусах по утрам. Кроме этого, определили схему загрузки и выгрузки пассажиров, то есть отработали логистику движения пассажиров на посадочных пунктах, на остановках. Отработали несколько схем, после чего сверим их с расчетными данными, рассчитанными в программах моделирования. Не то чтобы для отработки лучшего или оптимального, они все работоспособны, но для того, чтобы под конкретный пассажиропоток в конкретной точке, в конкретном пересадочном пункте выбрать наилучшую схему. Личное впечатление, жду не дождусь, когда на этой технике смогу ездить на работу.